Сквер Суханова – уютный зеленый уголок в центре Владивостока. Мало кто знает, что когда-то именно здесь планировали устроить главную площадь города и хотели построить самый большой собор на Дальнем Востоке. План строительства собора утвердили в 1890 году. Однако работы все никак не начинались, не хватало денег. Пожертвования собирали 20 лет, и в итоге возведение собора под свое покровительство взяла сама императрица Всероссийская. Душевно рада принять под свое покровительство святое дело – сооружение нового храма на нашей далекой окраине. Из телеграммы императрицы на имя архиепископа Евсевия. Но начавшаяся Первая мировая война планы строительства окончательно загубила. К тому времени бывшую соборную площадь называли уже Суйфунской. И в революцию здесь кипела политическая жизнь. В воскресенье 23 июля на Суйфунской площади состоялся митинг, устроенный анархистами-коммунистами. Публика собралась около 1500 человек. Митинговали против смертной казни и цензуры. Как площадь потом только не называли. Театральной, Октябрьской революции. Часть земли сдавалась под торговые склады. Очень быстро здесь появился Суйфунский базар, просуществовавших до 50-х годов 20 века. В середине прошлого века это место во Владивостоке стало приобретать привычные нам очертания. Построили телецентр, а оставшуюся часть площади переименовали в сквер имени Суханова. Константин Суханов – герой гражданской войны. И в паре кварталов отсюда находится дом, где вырос знаменитый революционер. Однако это уже совсем другая история. Наталья Смольнинова, Павел Михайлов. Панорама.